Сегодня я хочу показать, как приготовить замечательную домашнюю ветчину из курицы. Курица крупная, почти 2,5 килограмма, и это очень важно, потому что для ветчины потребуется только красное мясо. Вот грудка, она нам не нужна вся целиком, потому что... Нет, вы можете ее использовать, если не боитесь того, что суховато получится. Вот малое филе отсюда мы заберем. Заберем малое филе лишь только. Остальная грудка слишком суха. Но опять же повторюсь, вы можете ее использовать, если вам... нравится вкус белого мяса. А так как мы сейчас готовим именно ветчину, для ветчины белое мясо не подходит. Как и что можно сделать из грудки, я показывал в одном из предыдущих видео. Также там, в 19 вопросе моего канала, вы можете увидеть, как разделывать курицу в подробностях, а не так, как вы сейчас увидели это на ускоренном просмотре. Вот получилось не так много необходимого нам красного мяса, но зато будет очень хорошее блюдо. Сейчас я подготовлю специи и покажу вам дальнейшее. Итак, вот подготовлено мясо. Вот такая вот кастрюлька, маленькая кастрюлька, но важно, что у нее нету, как бы сказать, никаких бортиков, то есть она у меня используется именно вот для запекания в духовке. Значит, вместо всех специй, там соли, ой, вернее не соли, а вместо перца и приправ, я использую просто чайную ложку аджики. Или грузинской, или абхазской, это уже на ваш вкус. Как можно больше чеснока и, соответственно, соль. Вот, сейчас я подготовлю и дальше. Я чесночок крупно всегда измельчаю, чтобы, ну, вкус его не полностью растворился в мясе. Значит, мясо, ломтики, нарезаем на ломтики. Это вот
сейчас пошло малое филе, вот уже пошло красное мясо. Можно и целиком, в принципе, но как-то хочется, чтобы структура и рисунок был более интересным. Да, вот если где-то попали кровяные сгустки, их лучше убрать, потому что они будут портить вид среза готового продукта. Вот эти вот жилы, которые из голени, ну, в общем, лучше удалить, они не нужны. Красоты они блюду не продадут. Хотя можно и не убирать, они, в общем-то, совершенно не помешают в плане уже конечного готового продукта. Вот сколько получилось. Добавляю сюда чеснок. Солю. Соль, естественно, по вкусу, у каждого свои нормы. И аджику. Все это тщательно перемешать. Уплотнить и на сутки в холодильник мариноваться. Вот, оно должно хорошо-хорошо промариноваться. Суток будет достаточно. Отстояло. В холодильнике стало плотненькой, подготовилась и просолилась. Сейчас закрою пищевой фольгой все это дело и в духовку готовится. Завернуто в фольгу. Значит, температура 85 градусов и на 4 часа. Все, процесс пошел. Готово. Теперь надо отправлять на охлаждение. Сначала охладить до комнатной температуры, потом оставить в холодильнике для того, чтобы застыло. Вынимаем из формы. Вот что получилось. Нарезать, украсить и приятного аппетита!